Вопросы бизнеса, товарооборота и совместных проектов стали главными темами обсуждения на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева. Президент прилетел в Баку для участия во встрече глав Азербайджана, Ирана и России. Встреча в подобном трехстороннем составе пройдет впервые. Но прежде Владимир Путин встретился со своим азербайджанским коллегой. Во время разговора речь шла об экономике и дальнейшем сотрудничестве двух стран. Почти 600 российских компаний работает в Азербайджане. Прямые инвестиции достигают где-то полутора примерно миллиардов долларов, 1,4. На что все-таки хотелось бы обратить внимание, что торговый оборот, но в силу различных причин, мы знаем, и кризисных явлений в мировой экономике, в наших экономиках, падение цен на наши традиционные экспортные товары, известные проблемы в этой связи с курсовыми разницами, все-таки привели к падению торгового оборота, стоимостного выражения. И очень своевременно нам будет поговорить сегодня об этом, поискать пути решения этих вопросов, имея в виду, что база действительно создана очень хорошая, и вот эти физические объемы все-таки мы в целом сохраняем, здесь я с вами полностью согласен. Владимир Путин также отметил, что Россия, Азербайджан и Иран смогут реализовать новые проекты на Каспии, в том числе в энергетической и транспортной сферах. Ожидается, что во время саммита Каспийской тройки президенты обсудят вопросы борьбы с терроризмом и международной проблематикой.